В настоящий момент, по словам парламентария, которая уже побывала в зоне бедствия, жители всего региона объединились. Активную помощь оказывают крестьянские хозяйства, они предоставляют спецтехнику, а также ремонтируют машины спасателей. Погибших, по мнению сенатора, можно было спасти, нужно было только вовремя предупредить их о смене ветра, который направил огонь в сторону лесничих. Тем более, что у местного лесхоза имелся вертолет. Но за ситуацией воздуха, как выяснилось, никто не следил. Получится ли в будущем избежать аналогичной ситуации, депутат сомневается. Проблема в том, что, несмотря на имеющийся алгоритм действий при ЧС, власти боятся самостоятельно принимать решения. Когда возникает ситуация, вот как каким районом собираешь штаб, начинаешь давать определенные задания. И в это время они начинают созваниваться со своими структурами. То есть пока они дозвонятся, пока они от своего непосредственного руководства не получат определенное задание, а руководство может находиться в Астане, а может руководство находиться где-то в командировке и так далее, они с места не сдвинутся. То есть они в каком-то определенном шаге сделают что-то самое такое, вот то, что им это позволено. Все остальное у них тоже есть свои алгоритмы и свои инструкции. Поэтому вот это самое ужасное.